Про что кино и как следствие рекомендации смотреть этот фильм нашей аудитории или заняться своими делами? Давайте с вас начнем. Я считаю, что кино про наше сознание и про наш быт, и про последствия, в которых, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то э, междуусобиц, проблем, из-за, так скажем, нужды определенной. Я, я это увидел. Вот так, если бы я был вашим приятелем, а да. вы бы мне, когда я вас спросил, идти на кино, смотреть или нет, вот начали бы вот это говорить. Я бы сказал, о, конечно, спасибо тебе, что сказал. А но не пошел бы точно. А почему нет? Ну, про что? Ну, историю можно рассказать? Про вам что двух, кино? С двух вашей словах точки зрения. вам нужно сказать? Да, конечно. И в двух предложениях вам нужно сказать. В двух словах. Кино вы же про... нашел, хотите, я вам в трех словах вообще все передать. Буду я хотеть, хотеть, а хотеть. Я буду вопросы, хотеть что хотите, а что не хотите. Просто ответьте на вопрос. Что у нас здесь? Тоталитаризм или что? Не нет, знаю. я вас спрашиваю сейчас. А Слушайте, вы что хотите? Я, давайте я буду хотеть. Вы хотите поссориться сразу? Да я, я уже могу. это делаю. Подождите, это я могу. И я я могу. хочу вам объяснить простую вещь. Да. Значит, это программа, в которой я ведущий. Да, Значит, я, я вас... определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Согласен. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет. Вас никто не держит. Спасибо. Могу уйти? Не пожалуйста. Надо. Да, потому не что я надо. Думаю, вряд ли я, ну, с вами... гиб... я с вами. диалог не найду. Честно. Нет, конечно. Да, до свидания. Ну, Нет, милые мои. Чего? Все, удачи. Где художники э, по звуку? Выход там. Спасибо. Пожалуйста, ну, да. вот у увидимся не... у меня Но... в гостях. Ну, я какой, ты, какой ты, а? Хороший, блин. Смелый такой. Вы знаете, я даже не требую сейчас от вас ни поддержки, ни осуждения своих действий. Так было, и так будет всегда. Это авторское шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против.